В Волгоград съехались представители бизнес-сообществ России, Белоруссии и Казахстана. Цель масштабного делового форума, который проходит при участии Евразийской экономической комиссии, промышленная кооперация в едином экономическом пространстве трех государств. Расскажет Людмила Кухарева. Волгоградская область – первый российский регион, в котором проходит столь масштабный форум. Эту переговорную площадку, объединившую бизнес-сообщество сразу трех стран – России, Белоруссии и Казахстана – Евразийская экономическая комиссия выбрала не случайно. У нас огромный промышленный потенциал, и он может стать импульсом для развития новых транснациональных связей, заключили международные эксперты. Когда мы проанализировали все российские регионы, значит, у вас огромный потенциал в части легкой промышленности, сельхозмашиностроения, радиоэлектроники. Вот эти все отрасли, они интересны трем странам. И мы считаем, что Волгоградская область может стать пилотным регионом, где мы можем опробовать развитие кооперации на три страны. Уже в ближайшее время Волгоградская область может стать участником пилотного проекта для развития такой международной кооперации. У региона выгодное географическое положение, исторически сложившаяся сильная экономика и привлекательная инвестиционная программа, отметил вице-премьер областного правительства Василий Галушкин. Вот эту практику нужно продолжать. Нам нужно привлекать инвестиции. Силен регион тогда, когда создан климат инвестиционный, когда инвесторы с удовольствием идут. И у них есть какая-то определенная гарантия, что они придут, что они вложат в этот бизнес и в конце концов окупится этот проект, тот или иной проект, и они извлекут прибыль. Это принцип бизнеса. В Волгоградской области уже есть положительный опыт по организации успешного совместного бизнеса. В регионе работают более 20 российско-казахских предприятий в самых разных отраслевых диапазонах. Сейчас такие проекты готовятся из Белоруссии. Людмила Кухарева, Олег Журавский, телекомпания «Актуба».